Всем привет! В этом видео я расскажу, как накрутить вот такие вот локоны, но прежде чем я это сделаю, маленькая предыстория. В общем, я давно искала конусную двойку, благодаря которой можно накрутить такие локоны Ayanichi Waves, и моя подруга по совместительству, мой парикмахер, порекомендовала мне вот такую вот конусную плойку Moser. Честно, я ни разу не пожалела, что я ее взяла, потому что, во-первых, ей очень удобно крутить локоны, даже если ты не профессионал, и они, кстати, держатся целый день, просто целый божий день. Купила я эту плойку в магазине zevsus.com, там, кстати, очень много товаров как для профессиональных парикмахеров, так и для таких любителей, как я. Вот, у них есть еще, кстати, канал на ютубе, они делают там всякие распаковки, в общем, я оставлю вам ссылочку в описании, обязательно зайдите, посмотрите. А мы начинаем! Итак, изначально я делю свои волосы на диапазон, чтобы было легче их крутить и быстрее. Вот эти волосы я просто завязываю на резинку и еще закрепляю вот таким вот зажимчиком. Это просто включаем плойку и начинаем творить чудеса. Вот я накрутила волосы, теперь осталось докрутить всю голову и будет мне. Не знаю почему, но я всегда начинаю крутить с верхних прядей. Но получается довольно-таки неплохо. Вот наш результат, но он не конечный, потому что после накрутки я обязательно расчесываю волосы, чтобы они смотрелись более легкими и воздушными. Но вот такая вот получилась у меня укладка, очень легкая, очень быстрая и, что самое главное, очень долго держит. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Поэтому, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, ставьте лайк, ну и всем пока!